Немного о руках. Как сделать так, чтобы они были мягкие, красивые, чувственные, нежные, сильные. Возьмем на простом примере. Поднимание руки в сторону. Мы можем поднять ее просто. Раз, два. Мы можем смягчить локоть и кисть и поднять ее мягко. Раз, два. Мы можем добавить движение плечо, и движение рукой получится мягкое и объемное. А можем добавить круг плечом, и получится объем. Мы сейчас с вами возьмем упражнение под музыку и попробуем сделать разные варианты. I'm gonna make you mine.